лесу елочку взяли мы домой. Ой, кто к нам пришел? Из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуй, Лёля! Ляля! Ляля, здравствуй, Ляля! Здравствуй, дедушка! Иди, покажи дедушке ёлку. Иди, возьми дедушку за ручку. Возьми за ручку. Иди, я не где холодный. У нас ёлка? Иди, покажи. Ёлка! Ёлка! Ёлочка какая! Как нарядно зелена, разукрашена на диву. Хоровод ждёт одна. Идём, ёлочку. А ёлочку? А ёлочку надо зажечь. Куклы какие. Пойдем, бери куклу и пойдем к елочке. Пойдем. А то елочка-то не горит. А хочется, чтобы елочка горела. Ведь у нас такой праздник, Новый год. Дальше. Елочка горит. И похлопаем. О, нашла, Ляля, елка. Смотри, Ляля, какая ты молодец. Ох, как елка загорелась! Ох, какая красота! Ну, спасибо тебе, Ляля, спасибо, что дедушка порадовала. Елочку ему зажгла. А ты сама умеешь елочки наряжать? А хочешь, мы посмотрим. Давай, хочешь, маму нарядим елочкой? Хочешь? Посмотри, что у меня есть. У меня есть игрушки на прищепках. Вот. Попробуем с тобой нарядить? Попробуй. Ну, давай, моя хорошая. Бери любые игрушки, какие нравятся. Конечно. А ничего. Подними. Они пластмассовые у меня. Не разобьются. Ну что, вот так вот, да. Вот, давай вот так вот ручками. Вот, раз, нажимаем. Ага. А дедушка тебе будет помогать. Давай, ты можешь приносить, а дедушка будет защелкивать, хорошо? Дедушка Мороз тоже хочет елочку нарядить. Молодец! Ну что, еще? Еще игрушки неси. Ох, а девушка будет помогать тебе. Держи, конечно, девушка тебе будет подавать. Вот, здорово. Подними. Ничего. Сюда, да, давай повесим. Давай. Этот праздник яркий, чтоб подарить вам лучшие. Молодец, держи какую конфетку тебе дам. О, о, правильно, как крокодильчик. Ам-ам. Ой, какая молодец. Иди да, еще бери. Да дедушка не успевает ей даже подавать игрушки. Какая она молодец. Какая ловкая девочка. Молодец, Ляля. Звездочки есть. Просто Дедушка Мороз еще хочет елочку сам тоже немножко украсить. Добирай, какой тебе нравится шарик. Ой, какой красивый. Молодец. О, пойдем вешать. Да, давай. Да, вот на эту здесь мало. Ну что, а елочку будем зажигать? Будем маму елочку зажигать? Тогда, может быть, нам свет поменьше. Ты посчитаешь, как посчитала для елочки? Еще раз, хорошо? Ну, как? Давай. Один. Спасибо тебе, Ляля, спасибо тебе. Все елки зажгла. А, посмотри. Мама, елочка, встань, покружись немножко. Покажись, какая ты красивая. Ой. Посмотри, ох, елочка какая красивая, вся огоньками сверкает. Ох, какая красота, Ляля, спасибо тебе, такой праздник Дедушке Морозу устроила. Красивая елочка? Ну что ж, друзья мои, может быть возле елочки такой хоровод поводим? Снимала. Ой, а мама елочка какая красивая. В другую сторону. Пусть
Подуем опять на елочку, помашем ручками. Покружимся немножко. О! Ох, Лялька, какая ты молодец, а! Такой праздник дедушке устроила. Ничего. Спасибо, спасибо тебе большое. Я тебе тогда покажу фокус. Любишь фокусы? Ну давай, сейчас посмотрю. Что же мне сделать-то? Мешок мой пустой, но держи хотя бы снежок. Давай будем бросать его в мешок. Бросай. А нет, там ничего. Мешок, мешок, возьми снежок. Сделай его гладким, оранжевым и сладким. Доставай. Интересно, что там сейчас достанет Ляля? Покопайся. О, ничего себе! Ух ты! Как же так? Что это, да? Что это? Расскажи мне. Конечно, киндер-сюрприз. Дедушка молодец. Ну, такая помощница. Такую елочку мне нарядила. Что сказать надо? Спасибо. Спасибо. Ну, теперь стишки мне расскажешь? А я посижу. О, больше всего люблю на свете, когда стихи читают дети. Иди ко мне, моя маленькая. О. Глаза папины. Иди, Дедушка Мороз тебе что-то подарит. Иди, моя хорошая. Держу за такой стишок. Что там, Ляля? Это кто? Это кто? Кто это? Зайчик? Лисичка? Кто это? Обезьянка. 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 Молодец. Дедушка хотел ее запутать. Ох, какая хорошая, умная девочка. Не запутаешь. Еще мне стишочек расскажешь? Да. Ох. Про Таню, да? Прям до утра обслушал. Нася, Таня, кунка пятик. У Ани за печку мятик. Пусть это Танечка, а не пятик. Не утонет из ячки мятик. Молодец, не утонет из ячки мятик. А поклон? О, ну настоящая артисточка. Ну, пожалуйста, держи. Держи себе еще сколько подарок. Сколько тебе подарков дедушка принес. Ну пока клади подарки. Ну что, давай, еще что-нибудь? Давай, еще про огурец тебе расскажу. Про огурец? Дедушка с ней учил про огурец. Я даже не слышал такой стишок. Давай, давай. Огурец, огурец, не ходи на тот конец. Томика щеплет, тебе фотика несет. Молодец. Ой, спасибо. Ну, видишь, что тебе еще дам. Ой, баночка какая. Мармелад. О, ну, настоящая сластена. Мой мешочек для тебя только сладости дает. Ох, волшебный мешок. Знает, что ты любишь. Ну, так. Что-то еще может быть интересное. Давай. Какой ты покажешь? Что еще расскажешь? Про мишку, ранили мишку на плот. Знаешь, помнишь? Да. Ну, давай, тебе расскажи. Уронили. Нет, уронили. Уронили Мику на пол. Оторвали Мике лапу. Все равно не больше. А тут он хороший. Потому что он хороший. Какая хорошая, добрая девка. Наверное, будет, наверное, доктором. Куси-куси, га-га-га, меня хити, да-да-да. Ну, летите на сюда. Молодец. Молодец. Какой? Про ежика-то, про ежика не рассказала. Давай. Про ежика? Давай, про ежика. Конечно, про ежика. У меня ежик в лесу тоже живет. Слушаю тебя. Давай, мам, скажи. На колючего? На колючего. Ища, ища паду тут. Ища. Шурша. Шурша. А у нас собеса он? Увидит сладкий сон. Молодец. Сладкий сон, ну иди. Ой, божья коровка тебе на цветочки села. Ой, магнитик. Ляля, ты научишь дедушку танцевать про божью коровку танец? Ой, даже танец будет? Да. Дедушка может и потанцевать даже с ней. Научишь дедушку танцевать? Научишь? Он
Движется. Движется, конечно. Это же, боже, коробка-то из моего волшебного мешка. У меня все движется. Коробку опять поднимай. Ой, как хорошо. Боже, коробки, как хорошо. Поднимай коробку высоко. Покружись. Опускай. И ладошки хлопай. Ручку. Дайте другую. И две вместе. Скажу. Дайте мне лапку, дайте другую. Вашу судьбу предскажу я. Покажи дедушке свою божью коробку-то. Покажи дедушке божью коробку. В ладошках держи. Держи в ладошках. Ох, какая у нее божья коробка. Покажи божью коробку. Покажи дедушке. Во, какая божья коробка у нее. Ой, поглажу ее. Ой, дайте мне лапку, дайте другую. Судьбу предскажу я. Спасибо, Ляля. Обязательно в лес свой приду, божьих коровок этому танцу научу. Дедушка Мороз в своем мешке для Ляли принес. Что он принес для тебя? Сюрприз. Сюрприз? А, подарки, да? А где же я мешок-то свой оставил? А что ты попросила, что Дедушка Мороз принес? Что ты хотела? Сюрприз. А какой ты хотела? Что ты ждала? Деда Мороз. Деда Мороз. А что он должен был подарить-то тебе? Что ты просила? Что ты просила? А? Я в своем мешочке принес для тебя что-то. Собачка. 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 Собачку. Да, белочки вроде собирали мне в мешок собачку. Вот только мешок я куда-то положил и не знаю куда. Но ничего, мы же с тобой. Я волшебник, а ты моя помощница. Поможешь мне? Да. Конечно, я тебе сейчас дам снежочек волшебный. И мы с тобой скажем волшебные слова. А снеговичок, наверное, наши слова услышит и постарается через форточку подарки забросить. Держи снежок, иди, мой хороший, к елочке. Иди, закрывай глазки, повторяй. Ты, снежок, катись, катись, и с подарками вернись. А теперь давай вместе. Ты, снежок, ты, катись, катись, и с подарками вернись. И подарками вернись. Бросай, снежок, бросай. Ну что, давай посмотрим, получилось ли волшебство. Ляль, посмотри. Поворачивайся. Оборачивайся. Поворачивайся. Поворачивайся. Ляль, смотри сюда. Посмотри, Ляль. Ничего себе, посмотри, что появилось. Ой, ты смотри, какая волшебница у нас оказалась. Снеговичок услышал Лялю и забросил волшебный мешок с подарками для тебя через форточку. Ну что, будем смотреть подарки? Да. Ну хорошо. А то, может быть, снеговичок что-то напутал. Сейчас мы посмотрим, все ли. Правильно все ли он прислал? Кто это? Что это? Что это за чудо? Для тебя. С Новым годом тебя. Ты это хотела? Да. Что надо сказать, Лялечка? Дедушка Мороз всегда знает, что надо сказать? Хотят дети. Спасибо. Пожалуйста, моя хорошая, пожалуйста. Побежала собачка. Ляля, посмотри, к тебе бежит собачка. Ты ей больше всех нравишься, поэтому только к тебе и бежит. Бежит, бежит к тебе. Нет, он говорит, давай поиграем с тобой. Посмотри. И песенку веселую поет. Ох, какой веселый песик.
Да нет, ждут меня ребятки еще, саночки ждут меня, олени мои стоят некормленные. Ох, много дел у Деда Мороза. Сейчас будет пищать. Будет. Сейчас он отдохнет чуть-чуть и будет потом пищать. Будет пищать опять. Ну что, скажешь Дед Мороз до свидания? Ну что, иди я тебя обниму, моя хорошая, иди я тебя обниму. Я приду обязательно в следующем году. Слушайся бабушку, маму и папу, хорошо? Ты очень хорошая девочка. И мне очень понравилось у тебя быть на празднике. В следующем году пригласишь меня? Да. А я обязательно приду. Брошу все свои дела и к тебе прибегу. Хорошо? С Новым годом тебя, с новым счастьем. Скажи, с Новым годом. Моя хорошая. Ну что, пойду я, ждут меня ребятки. Спасибо вам, дорогие, с наступающим вас Новым годом. Чтобы в этом году, который придет, все сбывалось. Спасибо. Никто не болел, все здоровые были. Вот, и полная чаша этому дому. Спасибо. Спасибо, Дедушка Мороз. Пожалуйста, моя хорошая, волосы, как у нее блестят. Ослепила меня. Большая собачка. Ты мне потом обязательно в письме напиши, как ты ее называла, хорошо? Маки, я лечу. Как божья коровка? Или как птичка? Как птичка? А балеринку покажи дедушке. Балеринку? Ох! Ох, какая у нас балеринка. Когда Дедушка Мороз посмотрит, может, в мешке остались еще подарки для балеринки? Ох! Ну, Дедушка Мороз одарил, сколько нам подарков ничего, принес. Ничего, я люблю детям подарки дарить. Ты же, моя хорошая. Балеринка какая. Спасибо. Приду тогда в лес, медведь своего научу тоже. А что это такое? Вон, дети могут вот так вот, а медведь не может. Хорошо? Научить медведя тоже вот так вот? Да. Научу обязательно. Ну что, пойду я. Пойдемте, проводим меня. Пойдем, Дедушка Мороз, провожать. А то ребятки меня еще ждут. Ох, тороплюсь. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Спасибо. А я к тебе приду в следующем году. Хорошо? В следующем году, конечно. Год заканчивается. Пора мне в дорогу. Пойдем, дедушке покажем, да. Возьми дедушку за ручку. За ручку меня возьми. Ох, какая у тебя ручка хорошая. Вот она, елочка. Какая ты молодец. Помогла мне. Две елочки зажгла. Ух, ты у меня, наверное, волшебница. Вот, смотрите, какие красивые у нас картинки Ляля делает. Ляля, ты сама это рисовала? Ой, какая ты молодец. Снеговичок, мой друг, я вижу. Ой, а свинки какие хорошие. Свинка кто это? Пеппа? Вот она еще, Дед Мороз. Еще Дед Мороз? Ох, Дед Мороз. И снег идет, и елочка, и подарки. Ну, все правильно здесь. А птичка какая? Птичка какая? А где? А ворона? Ворота. Ворона? Ягодки ест, ягодки. Ох, а солнышко как светит. Ой, какая чудесная. Прям, ну это же прям галерея целая, картинная. Маки, снеговик. Снеговик, снеговичок. Это Вова. Это Вова? Корова, корова. Корова. Корова, посмотри, травку ест, цветочки растут, домик сзади. Ох, жалко, я этого увидеть не могу. Это же летом только бывает. А я обычно только зимой. Окей. Еще картина, еще картина, еще картина. Пчелки, пчелки на цветочек садятся. Ох, кот машину ведет, собачка бежит. А это что у тебя? Кораблики, конечно, когда весна придет, кораблики по ручьям поплывут. О, а дедушка опять этого не увидит. У меня только в лесу одна зима, один холод. Еще картина. Это цветочек. Еще картина. А ты дедушке подаришь какую-нибудь поделку свою под елочку? Иди принеси. Да. Иди, снеговичка принеси дедушке, подари снеговичка. А я его... Тоже сами делали. А я его на свою... Под елочку. На свою елку в лесу. Ой. Ой, ой, аккуратно. Ой. Подними дедушке. Ой, какой снеговичок красивый. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Какой снеговичок красивый. С носиком, с шапочкой. Ох, даже с рукавичками. Ох, ну спасибо тебе большое. Одарил у меня подарками. Теперь буду до лесу идти песни петь от радости. Спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо тебе. Ну что, пойдет дедушка? Да, конечно. Скажи пока-пока.
О, пока, конечно, пора подарочки смотреть. И все, пойду потихонечку. Спасибо, дедушка. Вам спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, моя хорошая. В следующем году обязательно приду. Будешь меня ждать? Да. Да. А я к тебе буду торопиться, хорошо? Да. Ну все. Хорошо. Удачи. Спасибо тебе за снеговичка. Ты с Новым годом. Буду на него смотреть и тебя вспоминать. Годом. С Новым годом, конечно. Ох, и думаю, что этот год будет хороший. Ох, пойду. Всего хорошего, дедушка Мороз. Маленькой елочки. Ох, какое у меня хорошее настроение. Холодно зимой. Из лесу елочки. Спасибо, дедушка Мороз. Домой. Спасибо. Из лесу елочки. Дедушка, ну ты там еще принесешь, да, подарки под елку. Все. Пока. Снег, мороз и елка в лампочках. Кто на лыжах, кто на саночках. Слепим вместе бабу снежную. Встретим праздник у ворот. Дед Мороз, мешок с подарками. Фейерверки в небе яркие. И кричит толпа веселая: здравствуй, здравствуй, Новый год! Новый год, Новый год. Ледяные ладошки. Новый год, Новый год. Серебристый наряд. Мы тебя заждались за морозным окошком. Приходи поскорей, тебе каждый будет рад.